Меня зовут Кубо. И я главный мамин защитник. Расскажи мне про отца. Он был настоящим самураем. Сильным и красивым, как ты. Ладно тебе. Мой особый дар – слагать легенды. Если хотите моргнуть, сделайте это сейчас. О величайших сражениях, воинах и монстрах. Но я и представить не мог, что все мои истории реальны. Мы искали тебя так долго. Мама! Мама! Найди доспехи отца. Это единственный шанс. Мама! Кубо! А ты еще кто? Твоя семья наделена древней магией. Призвав ее, мама спасла тебя и создала хранителя. С этого момента, Кубо, ты следуешь каждому моему слову. Не зли обезьяну. Встречал такой символ? Конечно. Просто невероятно. Выходит, ты сын моего господина. Отныне я буду сопровождать тебя. Ты кем себя возомнил? Стрельба из лука как-то не особо впечатляет. Впервые держу в руках эту штуку. Ты становишься могущественнее. Научись контролировать свои способности. Ничего не трогай. Это он. Я разберусь. Беру слова обратно. Следуй за судьбой, Кубо. Ты способен переписать эту историю. Кубо. Легенда о самурае. Тебе помочь? Нет, я сам. Да, давай.